representing USA, Lynn Craig-Quirot and Laura Giuletti-Schmidt. Как ловко получается. Lynn Craig-Quirot и Logan Giuletti-Schmidt. Американцы, те, которые как раз и столкнулись с японским дуэтом, сразу вслед за спортсменами из страны восходящего солнца и появляются на льду. Ну, информатор, конечно, очень бойко выходит выговаривать фамилию парня. Полтора балла была разница между американцами и японцами в пользу вот этого же. Thank you.